Иисусе Христе, Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Не сразу говорить, а я пока музыку показываю, все угомоняться. Потом я ее убавлю и выключу, говорю, только медленно и громко. У вас скайп. Скайп у вас звонит. Скайп. Так, я еще сделала музыку для этого времени, но я не знаю, нужно ли его. Наверное, что ты там делаешь? Ну, мы туда сели. Нам поняли, что тут нельзя садиться. Слежите мне тут. Можно. Я не знаю, ты вбегаешь или входишь? Но он же эпично входит. Ну, давайте, когда будут ангелы выходить, ты выйдешь и хоть немного постоишь. Я наверное, точно все-таки включу музыку, ладно? И ты как бы встанешь, посмотришь и, наверное, спиной загородишь. Чтобы было понятно, что... Я поняла, ходить нет. Еще стаблички. Это ангел. А ты потом уже как-то вырываешься, как быстро могу быть. Я что-то такого. У тебя такого. Короче, ты вырываешься, а ты разворачиваешься к нему дальше мало. Только давайте мечи, когда будете скрещивать, разговоры отдельно. Ударили? Да, чтобы было громко. И вот сюда. А, девочки, кто на спевке участвует в третьей сцене? Поля? Все, нет. Полина тоже с ним будет. Ну все, Алера. Я знаю, что подумала. Может, я буду стоять вон там за кулисами и выпускать их, чтобы они не вышли раньше времени. Ну так стегали вы будете, да. Ну да. Ну или можно маму просто попросить. Потом, когда ангелы, получается, уйдут, заберет бабушку белый ангел, все уйдут, это хочет челобитие. Вот тут нужно Стасу будить. И потом я захожу. Короче, кто будет идти, хочет, как будет вот так. Вот сюда. А я там где-то постою. Поняли? Поле и Петрова, и Мила, и кто? Ты будешь? Алер? Да. Она вообще ни в чем не участвует. Она. Я все знаю. Ну, Полина. Так, что, репетиром сам поедет? Хочешь пить? Так, сейчас я быстро прогоню. Много было в небе звезд. Потом ангел разговаривает с бабушкой. И потом возвращение внучки. Смотрите, после того, как закончилась сценка, которую внучки и бабушки выходят, все, кто там был в конце? Поля и Агния, да, остались? Потом все сюда выходят, строятся, и мы поем на лошадке. Нет, сначала мы поем, наверное, вот эту. Не сначала на лошадке, а в конце. Да на лошадке все-таки в конце, такая веселая. Я, если что, распечатала текст, посматривать, чтобы вам спросить, можно туда? Так, кстати. У нас сценка закончилась с Ничкой и бабушкой. Нам с Полей выходить или стоять и ждать, когда все выйдут? Мы поклонимся, и все просто выходить будут, по-моему. Скажите, знаете что, с Рождеством крикните в зал, они вам ответят, и потом скажут, типа, ну, конец сценки, значит, надо было мне как-то на посмотреть. Ладно, просто вы покажете, что это конец сценки, мы так вот возьмем, обнимемся. Можно сказать Рождеством, можем поклониться там. Да, кстати, вы можете вдруг сказать с Рождеством, потом повернуться к зрителям и громко сказать тоже. Да, и потом пусть эти все просто заходят. Да, потом остальные пусть заходят. А мы не уходим никуда. Да, вы остальные там никуда. Ну, давайте сейчас заходите. Пойдем снежинки. Кто рассказывает стихи сразу, скажите? Я тоже еще. А, я не начала, ничего у меня. Не зачислили, потому что у меня нет. Четыре человека рассказывают стихи? А я? Да. Четыре. Оля. Ты и я, да? Рассказывайте стихи, потом мы поем лошадки завтра, и все. Все, дайте ему сказать. Ксюша, а ты вот этот свой сценарий, ты скидывала его уже, да? Или нет? Нет. Скинь, пожалуйста.
Ну тут мои пометки, если хочешь. Да все равно. А куда? Просто, ну, беседу, наверное. Я хочу пить. Что, ой, если что, задержи, что зачем? Пусти. У нас целый год беседы видели. Ты что, как-то ждал повторить? Ну, что хочет повторить? Если бы что увидел, давайте. Кто что ты хочешь повторить? А, Каша, ты будешь песню петь? Помнишь, когда вот мы сидим на репетиции, много было в небе звезд, там последний что? Ты будешь одна? Да. Звучит хорошо. Ну, ты же сейчас затянется. Я не против. Вот эту помнишь? Вот эту ты можешь повторить. Точно сможешь петь? Я все помню. Да? Ну, надеюсь. Громко и красиво. И что? Можно чё, после этого записи немножко порепетировать? Ну, конечно. Ты да. Заметила? Пока не будет, есть. Мать. Если кто-то хочет порепетировать сейчас, может, стихи, да. Не знаю, давайте петь. Ксюша, давай здесь, может быть, начальник порепетировать, и что там где-то будет. Можно порепетировать. Но у нас включение там. Это же из этой, из какашечки. Фу? Да. Ребята. Так, давайте, кто хочет порепетировать какую-то... Можно снимать? Они поют. Да это нет. Это которые мы не ходим, мы все сидим на занятиях. Часы. Всю, что ли, песню? Часы. Тропарь поют. А, после того, что они как проиграли всю сценку, внучки и бабушки выходят все на... Мы поем «Снежинки типа падают», рассказываем стихи и в конце на лошадке санках. Хорошо. Так, а во время сценки мы поем «Много было в небе звезд»? Да. Угу. Она просто полегче вступает. После сценки. Во время такая спешка была. Получается, они поют только я, Агнюша и Тарас. Тарас был, что он убежал, а мы просто смотрим. Ну да, во время сценки. Потом-то выходят, все поют. Старайтесь. Окей. Либо мы идем на службу, либо что-то. Можно прыгать. Давайте вы с... У меня время это да, песнопение, скажу, изображать прыгать? Пантомиму, как говорила твоя мама. Кого? Типа, что подавать сигналы бабушке, а-ля слушай, мол, о тебе говорят и прочее. А ты когда будет... Отключки, ну, она же в отключке на нас смотрит. Кто? Когда будет смех, получается, да, да. Вы знаете, что тут они могут сидеть, а ты можешь так типа сказать, типа вот, посмотри, вот так вот, чтобы она как-то так вот выглядела. Нужно что-то сделать. Так, давайте, ангел, вставайте. А как будет переход, получается, из нереальности в реальность? Не важно. Что ты мне бьёшь? Я скажу, что встань двойником. Что? Встань двойником. Так, давай, сначала входим. Звуковые сигналы репетировать будем? Ну я включу, а это по 6 секунд, и ты в это время заходишь. Да, это какой промежуток, через какой промежуток времени мне выходить? Дочитай до 6, ты когда она выйдет, вот она вышла. А, она звонит? Ты куда бы мне посмотри. А ты наделась? Нет, нет, повернись, наверное, так вот, к зрителям, да. Вот, а ты, короче, резко бегаешь, ну как-то, да? Резко? Да. Потому что ты за ней типа пришел? Окей, давай. Девушки. Зачем ты пришел? Не подходи. Я пришел за ней. Отойди. Она еще жива. Что ты жать ее? Она еще жива. Тарас, только будет что-то сделать. Вы своими мечами друг другу глаза выколите. Давайте, как мама говорила, вперед, назад. Да, да, да. Давайте сначала. Давай сначала. Зачем ты пришел? Не подходи. Я пришел за ней. Может, отойди. Подходи громче. Давайте эти слова будете громче. Отойди, не подходи. Да, да, понятно. Я пришел за ней. Отойди. Она еще жива. А, отойти надо. Надо, чуть-чуть отходи. Я дольше ждал. Я столько времени ходил за ней по пятам. Ты отдашь ее мне. Еще не время умирать. Она не может быть спасена. Она же атеистка. Да, она не верит в Бога. Но за нее возносится сильная молитва. Да, надо так почетче, ладно? Да, поняла. Да, она не верит в Бога, но за нее возносится сильная молитва. Они опоздали со своими молитвами. Не подходи. Именем Иисуса Христа. Можно даже чуть помедленнее, чуть погромче. Доктор, где? Что? Да вы не доктор, а кто вы? Не бойся, меня послал Господь. Пойдемте.
Ну и муху. Да. Вам нужно что-то делать? Нет, мы уже, блин, повторились. Потом пойдем еще повторим. Можно еще полипедировать с бабушкой диалог. Давайте ангел, с ангелом, который у вас там сгорел. Вот эту сцену, где он нас показывает. Да. Ты такой, типа, что? Куда я? Смотри. Где он тебе вот так? Да. Смотри. Че люди? Их там тысячи, миллионы. Кто они? Это грешники. Что они сделали? Они грешили, живя на земле, и теперь их ждет огонь. Я ведь тоже грешу. Тоже грешу. А что с ними будет? Их ждет огонь и тьма. За что? За грехи. А можно ли спастись? Ты должна покаяться и принести молитву Господу. Я прошу прощения. Что надо повторить? Я опять уже выхожу, и мы уже с внучкой выходим, или выключается свет, и я сажусь. Ну, наверное, вы уходите, да? И ты как бы возвращаешься на свое место и сидишь в ту же позу. Просто ваша мама говорила, что это по типу, сейчас выключат свет, ты сядешь, а потом ты типа... Ну, кстати. А? Щелкать выключать. Когда ты уже будешь просыпаться? Да. Ну, смотрите. Да я могу просто, когда свет выключить, это задом, она... В крайнем случае ты можешь просто выйти, а потом быстренько приехать в свое место. Ну, какая разница? Импровизировать, короче. Нет, ты будешь ползти, короче, вот так по голову, так вот в задней лавке пройдешь и типа сядешь. Так, по поводу песни, которая... Типа, снежинки тихо падают, как все. Я буду на видео смотреть по секундам, когда вступить, и вам рукой махну, ладно? Обычная песня. Только надо по руке. Да, тебе тоже по руке. Помнишь, когда я тебе нужно пикетить? Когда? Тебе по руке. Она скажет, Полина скажет, что люди не привели за свет обезьян, я должна хихикать. Ты должна хихикать. Ой, что? Кто-нибудь говорит, что хочет говорить со своей бабушке, скажет, что она думает, что люди произошли от обезьян. Когда она захочет говорить, ты хихикаешь. А у них ролик стоит? А? Что с ними, так не знаю. Mm-hmm. Там начинать сложно. Ну, ты не поешь. Нет, вообще. Они звучат странно, эти снежинки. Снежинки тихо падают на землю какую-то? Давайте ее так вот. Я постараюсь включить. Сейчас. В смысле? А кто? Здравствуйте. Включи его, Кек. Выучили? А сам, да. Нет? Нет, ничего. Ты будешь выходить? Пишите, если... Сейчас повторите. В смысле, эту песню поют все. Вообще было бы прикольно. Эту песню поют все. Даже бабушки. Они типа в конце? Они когда были молодые, 15 лет, тоже выступали. Так, слушайте, сейчас... Снежинки. Вот, тихо. Снежинки тихо падают на землю. Тихо, стоп.
стоп. Ты опять вперед, Даша. Слушай, ты еще Тихо. Еще сначала. Снежинки тихо падают на землю. Давай темп, а вы потише, чтобы ее слышали. Ага, Так. Давайте еще раз. Надо чуть-чуть потише. Своим тоном. Ну, туда чуть-чуть детали. Снежинки тихо падают на землю. На улице зима. Звезда зажглась на небо Вифлеема. И светит даль она. Ему лежит младенец на соломе. Спаситель Иисус, есть ли ему место в нашем доме, где ждет его приют? Слава вышли Богу Не надо, там потом сказал. Там поет хор. А, там слова. Мы не перепрыгнули. Да, там детский голос. Ну, хорошо вообще. А у нас детей нет. Так. Дети. Бабулечки. Мы сейчас в сборище. Постарайтесь петь чуть-чуть. Он сейчас стучит твое сердечко. Ждет, чтоб ты впустил. Хочешь жить на небе с Богом вечно, рай для всех открыл. Слава вышли Богу. Вы опять ускорились, слушайте, когда начинается припев. Слава Вышний Богу Иосана, все сегодня радостно поют. Иисус родился долгожданный, и в пещере он нашел приют. Слушайте, пойте чуть медленнее, ладно? Если я что буду вам махать, когда вступать. И в конце еще замедляемся, ладно? Даша, слышишь? Меня просили быть на басе. Семь много по мне без голоса. Через программу. Два часа сидим делаем.
Так, много было мне везет, потому что у нас нет. Это сегодня рано утром, 7 января, Рождество Христово, 2023 год. Потому что Христу, так и Бог без рождения и изменения, и святого естества Его, родил Бога боголепно, как Бог. И так, как люди, оставив Его, изваяли человекообразных и сутану, которым мы служили к оскорблению Спаситель, Создателя, то поэтому ныне Слово Божие, будучи Богом, явилось в образе человека, чтобы и ложь уничтожить, и богопочтение обратить незаметно.